Даже забыли, что в мире происходит такая пандемия, что-то, какие-то проблемы, потому что ты как будто бы огорожен от всего этого. На самом деле, насчет безопасности здесь все очень продумано, везде стоят дезинфекторы, люди, обслуживающий персонал, я имею в виду, они все в масках, в перчатках, поэтому, в принципе, ни за что не переживаешь, все очень даже прекрасно. Да, это райское место поистине, потому что, ну, ты ни о чем не думаешь, вообще ни о чем, твоя голова пустая настолько, что даже иногда забываешь, что ты действительно где-то вот под крылышком божественным, наверное.